Андрей Вадимович Крутунов. Человек, пароход, дипломат, организатор. Очень приятно поздравить его с юбилеем, потому что невероятная трудоспособность, большой аналитический ум, огромные профессиональные знания. И что самое главное, генетическая, видимо, неспособность торговать принципами завоевали Андрею абсолютно заслуженный авторитет во всех кругах, связанных так или иначе с международной жизнью, с международными контактами. Поэтому, когда такому человеку 60 лет, хочется ему пожелать, чтобы ему было 120, а дальше он сам решит, сколько ему жить и чем заниматься.